зале мэрии представители всех крупных торговых объектов курорта. Владельцам торговых центров и больших магазинов и рынков еще раз напоминают. Проверки пожарной безопасности коснутся всех без исключения. Проверять будут тщательно, а недочеты владельцы торговых точек обязаны будут устранить в самый короткий срок. Обращаю внимание непосредственно на действия персонала, это очень важно. Далее на пути эвакуации система оповещения обнаружения о пожаре. Весь комплекс безопасности будет отработан в ближайшее время. Именно персонал зачастую слабое место торговых объектов. Поэтому задача собственников магазинов – провести внутренние учения. Каждый из работников должен четко понимать, как действовать при пожаре и как помочь посетителям найти пути эвакуации. Тотальные проверки коснутся всех 8 крупных торгово-развлекательных центров Сочи, а также еще 42 торговых комплексов и рынков с массовым пребыванием людей. Сегодня здесь собрались все собственники торговых центров, торгово-развлекательных центров, для того, чтобы они спланировали и до воскресенья провели все учения с привлечением надзорных органов, для того, чтобы они, то есть, понимали, еще раз провели наличие пожарной безопасности, как техническое, самое главное, в общем, так и физическое. Проверка на входе в магазин не должна быть формальной, напомнили на совещании и добавили, собственники и арендаторы в случае ЧП несут персональную ответственность. Они должны помнить, что цена погони за выручкой может быть крайне высока. Инспекция объектов торговли и развлечения будет проходить в ближайшие пару недель, а перед стартом курортного сезона полицейские проведут собственные внезапные проверки торговых центров на предмет безопасности и не только пожарной.